Привет, Найт-Сити! Я снова с вами. Мой гость сегодня — лейтенант Сара Краковски, пресс-секретарь полиции Найт-Сити. Здравствуй, рад тебя видеть. Привет, Зиги. Спасибо, что позвал. Надеюсь, ты нормально добралась до студии. Ничего не случилось? Никто не напал по дороге? Нет, нет. К счастью, на улицах Найт-Сити сейчас безопаснее, чем раньше. Мы отмечаем снижение числа убийств с 7103 случаев в год до... Так, так, минутку. На улицах ты говоришь безопасно. А что с автострадами? Не поняла. Ты же слышала о перестрелке на съезде с трассы 1? Прошло полчаса, прежде чем патруль прибыл на место. Я слышал, в тот день было больше 700 выстрелов. Что случилось? Где сейчас находятся виновные? Подожди, Зиги. Полиция Найт-Сити отвечает за порядок и безопасность граждан на территории города. Спрыгнуть, Зурга?
18, 102, 101, 101, 101. Да, блин.
Нифига себе. Обнаружена террористическая печь. Вторжение! Надо бы осмотреться.
Бесполезно. Я знаю, куда буду бить еще до самого удара. Я пришла драться. Который из вас мой соперник? Я. Ага, двое. Один за другим, значит. Так не договаривались, ну что уж. Кто первый? Не-не, ты не врубаешься. Оба этих тела — это один человек. В смысле? У меня в глазах двоится? Я раньше близнецами был, как нетрудно догадаться. Самые близкие люди. Но вот захотели стать еще роднее. И установили синхронизаторы нейронных колебаний. И вот, как видишь, теперь я один человек на два тела. Мои тела делают все вместе. Вообще все. А вы все всегда вместе делаете? И в койке тоже? Девчонка у меня одна на оба тела, если тебе это интересно. Обоим хватает. Это как? Один сверху, значит, обрабатывает, а второй снизу? Дура ты! С понедельника по среду она с одним телом, а с четверга по воскресенье с другим. Окей. Ну тогда поднимайте ставки. Согласен. Так будет справедливо. Ну что, можем начинать? Фух, ну давайте начинать. Просишь пощады, как твой братец, или хочешь еще? Он не мой брат, он это я. Что ж до тебя не дойдет никак? На, твои призовые. А что, нехило? Ничего, в другой раз получится. Хорош сам с собой болтать. Ребят, не могу не спросить. Вы друг у друга мысли читаете? Нет, нет. Я один человек. Я один человек. И сознание одно. Иначе меня бы уже от шизы лечили. Невероятно. То есть раньше вас в цирке показывали, а теперь вы до бокса доросли? Да иди ты! Кстати, рипер ваш не бухой был? А то рук вроде четыре, но все как будто левые. Заткнись!
слышу, чё орёшь? Чего тебе? У нас тут соревнования. Тир, призы, все дела. На стрельбище у меня. Да я уж догадалась, где. Ну, ты в деле? Ты же вроде не любишь шумные тусовки. Ну, у нас тут не особо шумно. Короче, на мели. Вот пытаюсь клиентов привлечь как могу. А мог бы просто продавать фабричный огнестрел. Не пришлось бы часами корпеть над каждой мелкой пуколкой. Ты, давай без оскорблений. Конечно, в деле. Когда? Так прям сейчас. Гони сюда, мы тебя подождем. В программе заявлены показы аниме Брейн, да? Какой это тебе, Ростович? Ослеп, что ли? Логотип Техтроники не видишь? Это СВ-32 Град. Самая крутая снайперка, отвечаю. У меня бой назначен. Ты Бак? Он самый, мать твою! Ха-ха-ха! Смотрю на тебя и вижу бешеный Эдди. Поставлю против тебя все, что есть. Ха, я смотрю, ты в себе уверен. Сейчас узнаешь, почему. Это рука. Военная разработка. Титановые кости, углеродное волокно. Могу пальцем в танке дыру пробить. Ну что, засышь и сдриснешь, поджав хвост? Или будем драться? Что говоришь, у тебя за винтовка? Град? Где взял? На память со службы осталось. А чё? Просто любопытно. Это вроде ограниченная серия. 300 штук, и все для КГБ. Ты смотри. Чё, хорошо в пушках сейчас? Только мы тут не пушки обсуждать пришли, а кости ломать. Ну что, принимаешь вызов или нет? Не, не хочу. Вот если б ставку поднять. Я же сказал, поставил все, что есть. А ты винтовку добавь. Хотя, если боишься проиграть... Тебе, что ли? Вот уж страх-то. Ладно, винтовку тоже ставлю. Все, идем. Ну что, готова? Обосралась уже со страху? Давай уже начнем. Куда спешишь? Не терпится получить по ебалу? Тихо, а то язык вырву. Ну все. Давай сюда винтовку. Да через мой труп. Парни, взять! Поехали!
Ты же сказал, что ушел искать работу. Я нашел ее! Это не работа. Что с нами будет, если тебя прикончат? Если ты проиграешь все наши деньги? Цезарь, выкинь дурь из головы, или я тебя из дома выкину. Ты, Цезарь? Я пришла на бой. Да, это я. Самый крутой Ихо де Путто в Глене. И самый худший отец в Найт-Сити.
Микаэла, крошка, я знаю, что делаю. Доверься. Я с тобой не разговариваю. Спустил все деньги на хром, а теперь... Короче, я сдаюсь. Все. Может, хоть ты ему мозги вправишь. Ему будет полезно. Микаэла! Микаэла, подожди! Чтоб тебя! Короче, мне срочно надо много денег. Поэтому только серьезные ставки. Я ставлю на кон свою тачку. Или ты ставишь столько же налом, или боя не будет. Ладно, давай конкретней. Что за тачка? Прокачанная классика 2056 года. И всего 20 тысяч пробега. Не бита, не крашена. Угу. Угнал, поди. Не-не-не, ты чё? Моя со всеми бумагами, слово даю. Слушай, если тебе условия не катят, иди мимо, окей? Не маячь тут. Время – деньги, а у меня сейчас нет ни того, ни другого. Чего ты ждешь? Хорошо, я найду деньги. По рукам? По рукам, давай. Чисто на кулаках ведь? Ты ж не вытащишь из жопы на нос струну или клинки какие-нибудь. Да. Я чё спросил-то? Чувак до тебя мне кошками своими чуть кишки не выпустил. Ну что, погнали? Ага, погнали. Ладно, держись, я тебе спуску не дам. Милая, прости меня! Черт, я... Заткнись, пендехо. Отдавай ключи и быстро домой. Вот, держи. Береги ее. Оставь себе деньги. И тачку тоже. Я у тебя ничего не возьму. Ты... Ты что, серьезно? Такими вещами не шутят. Я это... Блин, я не знаю, как тебя благодарить. Просто не потеряй то, что у тебя осталось. Приложу все усилия. Оф. Вроде обошлось, да? Угу. Везет ведь всяким пендехос. Как назовем малыша? Давай как-нибудь на Ви?
Куда лезешь, тля? За вход платить положено. А у вас тут что? Раз ты спрашиваешь, значит, тебе здесь не место. А ну прочь с дороги! Чё? Думаешь, я тебя пропущу, потому что ты такая борзая? Я не думаю. Я знаю. Шаг в сторону, быстро! О, окей, иди, раз не имётся. А тебе чё надо? Это бойцовский клуб? Нет, экстренная стоматология. Так что проваливай, если не хочешь зубы собирать. У меня назначен бой. У тебя? Интересно. Что тебе интересно? Интересно, что от тебя останется. Ну, кто на очереди? Есть желающие? У меня тут бой назначен. Да ну, а я тебя впервые вижу. Что, свежее мясо? Ну, можно и так. Ну, тогда будь осторожнее. Здесь чужаков не любят. Не так посмотришь и уползать будешь на перебитых ножках. Но, если победишь меня, сведу с полезными ребятами. Они и снарягой поделятся, и тренер на тебя посмотрит, ну, все такое. О, спасибо, это круто. Сказала бы, пожалуйста, но сначала тебе надо меня победить. Имей в виду, я не проиграла ни одного боя. А скажи мне, кто в клубе главный? Логан Гарсия. Раньше считался лучшим боксером в Найт-Сити. А может, и вообще во всех штатах. Ну, ты его расхвалила. А ты посмотри на него на ринге, сразу поймешь. А что, этот бой будет не на деньги? Не, от денег в спорте одни проблемы. Ни к чему их вмешивать. Я сюда хожу только драться. Не проиграла ни одного боя. Ну, все когда-то бывает в первый раз. Не хочу расстраивать, но даже не надейся. Пошли. У тебя есть импланты, сенсорные фильтры, роторы, усилители? Вот сейчас и узнаешь. Ха! Твоя правда! Ну что, начнем? Начнем. Удачи! Она тебе понадобится. Ладно, 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 сдаюсь! Все, хватит! Сука! Эй, эй, тише ты! Тише? Тише тебе, значит? О, это ты... Ты прости меня. Не умеешь проигрывать, это я поняла. Ага, и я не собираюсь учиться. Слушай, давай на сегодня закончим. Скажу ребятам, чтоб тебя не беспокоили. Будь как дома. Эй,
Ты только особо не выделывайся. А то я за себя не отвечаю. Да я и не собиралась. Хотела сказать спасибо. За что? За хороший, честный бой. Без подлянок и фокусов. Такое бывает нечасто. Уж поверь мне. Береги себя, подруга. Неловко? Видать, ты его не знаешь. Никакого случая. Он парный череп нарочно... Ну чё, бывает. Что значит «как»? И всё?